Всем еще раз доброго дня. Ну, пока есть чуть-чуть время, у меня готовится обед. Вот, варю щи с капустой со свежей. Вот, с бараниной. Думаю, чтобы время зря не тратить, отвечу еще на один такой щепетильный вопрос, который вы постоянно мне задаете. Вот. Это как живут мои оппоненты сейчас, в настоящее время. Вот. Вы знаете, то, что как я живу, да, кого они обливали грязью, да, вы знаете уже 2 года по новому каналу. Я вам все показывал. И готовку еды, и все, 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 все. Ну, живу нормальной жизнью. Ничуть не лучше, ничуть не хуже. Это самое. Как говорят, я вообще человек такой, что я не унываю. Это самое. Ни перед какими этими. Мне однажды даже мои друзья говорили, что, наверное, тебя на расстрел будут вести, все равно будешь улыбаться. Я говорю, да. Потому что от того, что я буду плакать, расстрел не отменят. Потому что пусть знает, что жил как человек и умер как человек. Ну, а мои бывшие оппоненты, что? Андрей здесь не живет. Вот. Он и не собирался здесь жить. Может быть, и собирался, но ту кучку, которую он вокруг себя собрал, обливая меня грязью, которые уже пришли к нему. Эти к нему пришли те, которые вовсе ему не были друзья. У всех было в голове, чтобы он отобрал у него квартиру. Все. Армян, который обещал меня, я не знаю за что, закатать в асфальт, живет, как я бы сказал, ну, собака лучше живет. Понимаете? Я хотел недавно снять. Сниму, его это самое, где он это, как, в каком состоянии у него сейчас это. Вот. Потом думаю, зачем? Это проникновение частное, это я не привык это. Ну, я не скажу, что хорошо живет. Этот человек вот за эти годы даже море ни разу не искупался. Ни разу! Я уже не говорю о чем-то там таком это. Вот. Тем более, сделав кому-то плохо и жить в постоянном страхе, вот, от содеянного, это не самый лучший удел. Ко мне приехал вот буквально где-то месяца, наверное, 3 назад, друг хороший со Стамбула. Мы с ним заехали в один из магазинов здесь, в Ахатле. И когда стоял около кассы, в это время армян случайно зашел с ранец на спине. Вот. Он увидел меня и давай это. А я кричу, вон он, армян же, сучара. Он давай, короче, самый конец. Вот, а тот знает, по тому каналу тоже. Он говорит, да ты что, где? Я говорю, вон, побежал на. Понимаете, это человек, который хотел меня в асфальт закатать. Вы знаете, я вот не хочу хвалиться, я еще не знаю, родился ли такой человек, который бы меня мог это сделать. Понимаете? Вот. Я ввожу в заблуждение очень многих людей, вот плохих людей я имею в виду, плохих людей, когда я улыбаюсь, говорю веселые вещи, они думают это. Ну, это такие люди, которые вводятся в заблуждение и хотят пользоваться этим. Это шакалы обыкновенные. Понимаете? Которые лихо не видели. Вот. И я вот посоветовал бы, да, моим друзьям, вот, кроме доброго лица, имеет еще второе лицо. Для таких людей именно. Понимаете? Потому что с этими людьми говорить на нашем нормальном языке, это себе навредит. Уметь надо на ихнем языке говорить и ставить их на место. Понимаете, это у меня было в Сочи. Вот,
до сих пор помню, вот когда на квартиру не делали газ, ничего вовремя, не это. И народ как-то это начал бунтоваться. Приехал застройщик, приблатненный такой, с двумя охранниками, со своими. И, короче, чуть ли рты закрывают. Вот. И я с ним сцепился, короче. Сцепился не на жизнь, а на смерть почти, короче. Ну как, не дрались, но я его, короче, это... Вот. И когда он уехал уже, мне вот эта вся толпа сказала, что он тебя сегодня говорит, наверное, с тобой разберется. У него, говорит, очень много. Я говорю, посмотрим, я говорю. Вот. И вечером от него пришел человек, он меня пригласил на посиделки, чтобы коньяк с шашлыком. Я пошел. Вот. И тогда он мне сказал, посидели, хорошо отдохнули. Он говорит, ты что за это, говорит, заступаешься? Видишь, говорит, толпа. Ты, говорит, мужик, говорит. Я, говорит, вижу, говорит. Мы с ним договорились обо всем, все нормально. Все, как говорят, у нас за шоколадом. И вот он мне сказал, это, говорит, толпа, говорит. Ты, говорит, блин, говорит, ты где сидел-то? Я говорю, я не сидел ни разу. Ну, ты, говорит, это сам, я, говорит, так у меня, я говорю, опыт хороший с детства. И потом... Я говорю, у меня крови это. Я говорю, я никогда на колени не вставал. Вот. Никогда. Вот. И чтобы меня в асфальт закатать, это очень-очень, это почти невозможная вещь. Понимаете? Но шакалы это говорили. Вот. И когда поняли, что это невозможно, ну, вы понимаете, у меня руки были завязаны. Я был иностранец, еще следствие шло. Вот. Но я думаю, что все равно где-нибудь судьба сведет. Обязательно. И за все ответить придется. Ну, что так из таких людей? Это бить, что ли? Вы знаете, обычно вот людей, которые вот... В колониях, да, нетрадиционной сексуальной ориентации, не будем говорить, на букву П, да, руками не бьют, их ногами просто пинают, иди отсюда, короче. Потому что руками руку пачкать на них западло, понимаете? Западло. И вот такие на букву П, вот, когда у льва проблемы какие-то, да, еще лев занят другими делами, на льва льют грязь, понимаете? Я себя, конечно, львом не считаю, но я никогда шакалом не был. Понимаете? Вот. Я всегда про таких говорю. Я тебя проглочу, я говорю, у меня еще желудка, пустое место останется. Я добрый с добрыми людьми. Я порядочный с порядочными людьми. С шакалами я говорю, как лев. Понимаете? Вот. Поэтому они как же, ну, как шакалы, да, как шакалы. Сделали свое дело, короче, грязное, да, и по углам распрятали. Ну, пусть снимают, показывают, как они сейчас успешно живут. Ну, пусть хоть кто-нибудь из этих двоих покажет, что они успешно живут тут. Не покажут, нечего показывать. Нечего. А из 6000 человек... 4000 на их сторону перешли. И это не только русские были. Это были и татары. И были другие национальности были, которые на их сторону перешли. И вместе с ними лили мне грязь. Понимаете? Выдумывали всякие истории там. Короче, и туда. Выдумывали всякие легенды и туда. Это вообще я читал. Я в ужас приходил от человеческой подлой фантазии. Настолько человек, двуногие существа, я таких не считаю людьми, человеком. Двуногие существа могут придумывать такую вот легенды грязные, понимаете, которые не соответствуют. И среди них были и женщины, и мужчины. И разных национальностей, понимаете. Понимаете? Вот.
Но я, для меня это стало хорошим уроком в этой жизни. Хорошим уроком стало. И вот, честно, я вам скажу, да, вот, когда мне некоторые мои друзья говорят, что вот, вот эти блогеры, известные блогеры, грубят, хамят, вот, какое-то чувство у меня есть, осуждение, и, но есть и такое чувство, в котором вообще нет осуждения, потому что, ну, будут они добрыми, как я был, да, ну, что, на шею им сядут. Они поэтому вот так вот на расстоянии держат пушечный выстрел, понимаете? На расстоянии пушечного выстрела держат и все. Вот так и надо в жизни. А мы, ой, моего ребенка вот опека забирает в Москве, мне вот как армяну там не дают жить. Помоги, спаси моего ребенка, вот опека детдом устроила. Вот жену мою терроризируют, у меня вот это. Это было нечто, я же говорю, это было нечто. И это надо поверить. Второй, у меня вот болезнь вот четвертой степени. Это у тебя мошенничество четвертой степени. Он мне когда сказал, говорит, моя родная тетя, говорит, днем и ночью, говорит, желает мне смерти. Я еще тогда думал, как эта родная тетя может желать смерти племяннику. Так оказывается, она знала, за что тебе желать смерти-то. Ты достоин этого. Понимаете? Поэтому мы никого не слушаемся. Опека это самое, значит, было за что? Тетя вот так делает, значит, было за что? Мы хотим, нет, они не правы. Мы должны в этом человеке видеть человека. А почему другие не видят в этом человеке? Мне вот про эту армяну предупреждали, сколько моих друзей писали. Слушай, отойди от него, он нам не нравится, он тебе еще напакостит. Нет, про этого Андрея мне сколько моих друзей писали. Многие даже дружбу со мной прекратили на время. Они говорят, ты что, не видно, что он говорит, мошенник, у него глаза играют туда-сюда, он говорит, мошенник. Я говорю, нет, он мне как сынок, блин, ну идиот, нет. Оказывается, сильные люди бывают вот такие уязвимые. Сильные люди бывают уязвимы перед такими шакалами. Понимаете? Ну вот так вот. Живут как собаки. Этого нету. Давно здесь нету. Вот. Даже их не дружки, типа блогеры были такие, которые тому таракане им квартиру продали, которые сначала показали, заткнулись все. Та, которая организовала, тоже заткнулась. Все. Ушла из системы почти ютубов навсегда. Все по углам разбежались, все напакостили и разбежались по щелям, понимаете? Как обыкновенные крысы, которые натворят делов, да, а потом прячутся, понимаете, по разным углам. И это они считают жизнь. Но от Всевышнего наказания никуда не уйдешь. Никуда. Кому-то сделав плохо, хорошо тебе никогда не будет. Никогда. Или на тебе это отразится, или на твоих детях отразится. Кому бы ты сделал, не сделал плохо. Вот. Бог не фраер, его не обманешь. Вот такие вот дела. Мне одна, которая лила грязь, в телеграмме меня нашла. Как, еще после того, как сухо грязь облила, она мне еще, как дела туда-сюда. Я говорю, ты что, мне, я говорю, у тебя совесть хватает, мне еще это. Ты должен быть великодушным, ты должен быть, как она сказала, какие-то она, это изречение, мол, я должен все простить. Я говорю, есть вещи, которые прощаются. Есть вещи, которым нет никакого прощения, понимаете? И она говорит, все прощающий ты должен быть. Ты так, и меня хочет опять, как бы это. Такую ересь несла, что я, когда она приехала в отель, я, мол, приехал к ней за подарками, и когда она мне подарки дала, я бросился. Да не было, вообще такого не было.
Это наоборот, я ее, короче, возил здесь по магазинам и отвозил в отель, и все. Ни копейки, ничего. И такую ересь там написала. Я говорю, ты откуда взяла-то вот это? Ты должен быть все прощать. Почему я должен всех простить? Это почему так? Я что, блин, это самый, что ли? Бог простит, а я нет. Вот такие дела. Так что живу хорошо. И будет еще лучше. А те, которые хотели, плохо. Они на помойку уйдут все. Все уйдут на помойку. Вот. Они уже на помойке. Вот. Всех вам благ. Хорошего воскресенья. Пока.